Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Одер, и мы продолжаем играть в игрушку Last Day on Earth Survival. Недавно вышла обнова 1.7.3, в котором добавили события китайский Новый год. Вот это вот тайное убежище, вот мы как раз сюда и отправимся. Там у нас есть девушка по имени Мулан, она дает каждый день нам задания. Вчера, по сути дела, должен был я выполнить это задание, но она не посчитала то, что наступил следующий день. И на этот раз, я думаю, все уже нормально. Вот, ящик закрытый, вчера он был открыт. Так, давайте... Так, подойдем к Мулану. Задание первое, рис сделан. Потом, видел, сколько тут зомби. Помоги избавиться от них, я не хочу, чтобы они прорвались в дом к моему отцу. Я, кстати, с собой на всякий случай взял морковку, семена и разрушитель. Вот как раз он мне и пригодился. Так, дзяньши. В принципе, по одному удару будет легко. Так, с них какой-то лут. Ткань также. Хорошо, дзяньши. После того, как мы снесем, я, наверное, посоревнуюсь с ней в это. Соревнование... Кто больше убьет зомби, вроде так. Что-то типа такого. Гонг надо ударить и посоревноваться. Так, дзяньши. Так, сколько их осталось-то? Давайте посмотрим. 10 вроде бы, да? А сколько мы сделали? Неизвестно, да? Так. И чуть-чуть осталось приблизительно. Вот. Я не считал. Но вроде как вот это 9 и это 10. То есть сейчас мы посмотрим. Да, задание выполнено. Так, теперь. Надо будет еще как-нибудь зеленый чай нафармить, потому что, может, не повезет. Так, давайте. А с ней... А, вот, давайте калашников возьмем. Вот мне совет подкинули, типа, можно взять вот сюда встать и нажать П. Ой-ой-ой. Она не успела... Блин, она успевает. Ну, давайте центр возле нее ставим, и все. Пускай сама... Сам он атакует. У нее урон 300 единиц, это капец. Мне бы такую пушку, надеюсь... Но это вроде... Вроде бы это не Гуань Дао. Тут можно, кстати, получить сет брони. Такой... Специальной брони вот этих... китайского вооружения. Так, 15 на 1 уже. Все. 16 зомби. 17 всего, да? Так. Ну что, пойдемте посмотрим, что в ящике. Так, нам выпадает. Так. Рисовое пирожное. Праздничное блюдо для особых случаев. Так. Интересно, что еще дает. Или ничего не дает. Приготовлен на пару и заправлен вкуснейшей начинкой. Так. Усиленная шапка. Хм. Прикольно, шапка называется. Так, разрушитель вообще в плюс. Так, и военный бронежилет. Так, давайте пойдем покормим нашу лошадку. Вот почему отец недоступен, почему он закрыт, я не могу понять. Так, покормить. Все, у нас задание выполнено, и мы быстренько сейчас отправимся. Нет, надо посадить нашу рис. Так. Вот так вот сделаем и отправим рис готовиться. Блин, у меня тут закончилось, да? А чем подготовить? Нету, да? Ну окей. Ничего страшного. В следующий раз я с собой уголь возьму. Так, Мулан. Вот, мы выполнили все задания. Завершить. Спасибо за помощь. Свою награду можешь забрать в сундуке у дома. Зеленый чай можно найти на других локациях. Так, нам выпадает, ух, усиленная куртка. Это вот, можно сет нормально собрать уже из этой брони. Бинты, алюминиевые слитки, железные пластины. Так, это что, жареный лотос. При использовании увеличивает количество получаемого опыта на 20 минут. Опыт на 20 минут, так. А до этого мне давали фрукты в карамели. При использовании на 20 минут добавляет оружие возможность замедлять противника. В принципе, неплохо использовать, не знаю, где использовать, только в бункере. Я хотел сначала изначально сказать, удобно использовать в это.
Так, мы хотим есть. Давайте заценим пирожок, например. Что будет? Нет, у нас урона мало, да? Ну и все, в принципе, я уже все выполнил. Осталось все забрать. Ну, давайте сделаем вот так вот. И разрушитель вот сюда запихнем, а остальное заберем. Ну, там как бы даже ничего полезного уже не осталось. К следующему дню просто давайте готовиться уже. Это надо будет добыть зеленый чай. Морковка есть. Рис есть. Ну, только зеленый чай. Ну, пожалуй, я уже на этом буду заканчивать. А, хотя, давайте заценим голод. Ну, сколько восстанавливает нам. Так, пирожок. Приготовлен на пару и заправлен вкуснейшей начинкой. Так, 16 голода у нас. Мы нажимаем применить. 50 голода восстанавливает. Остальные вещи я проверять как бы не буду. Мне пирожка достаточно. Если понравилось видео, ставьте лайк. Не надо... То есть, если понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось видео, ставьте дизлайк. Не надо меня жалеть. Но при этом напишите, почему вы поставили дизлайк. За что? Просто развиваться надо. Так что, спасибо, если даже дизлайк поставить. И реально большое спасибо, если напишите, почему. И с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай.